«Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Имеет отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Владельцы этого имени очень часто полны противоречий. Добро и зло ведут в их внутреннем мире постоянную борьбу за власть. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Если владельцам этого имени встречается комбинация двоек, это значит, что замысел будет доведен до конца. Начатую работу бросать не стоит, чтобы это обязательно принесло свои плоды. Ведь цифра 22 – это число завершения, квадрат и баланс. Высокая чувствительность приводит к сильным переживаниям по поводу неудач в карьере и личных отношениях. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.